Наверное, из основных моментов хочется отметить то, что стоимость авиабилета на самом деле снижается, вопреки тем информационным вбросам, которые мы видим в разных средствах массовой информации, что значит, мы работаем в правильном направлении, рынок становится более конкурентным, и есть спрос на эти услуги. Как мы видим, сейчас все больше и больше авиакомпаний, туристических агентств, онлайн-тревел-агентов двигаются в сторону персонализации контента. Путешествие – это не просто перелет из точки А в точку Б, это, как правило, масса мероприятий с этим связано. Это трансфер, это бизнес-зал, это выбор места в салоне воздушного судна, это экскурсии, это трансфер в отель и так далее, и так далее, и так далее. Ну, соответственно, в обратном порядке. И клиенты готовы воспринимать новые услуги, клиенты готовы воспринимать новые сервисы. Вот хочется больше услышать про это и про тех участников, которые есть на рынке. Мы действительно смотрим на те возможности, которые этот стандарт предоставляет с точки зрения дистрибьюции не только авиабилетов, а также тех дополнительных сервисов, которые мы можем предоставить как на борту воздушного судна, так и до и после поездки. Но, к сожалению, в данный момент на российском рынке мы не видим сильных сигналов. И более того, на международных рынках впечатления от опыта, который мы видим, они тоже достаточно смешаны. Но, тем не менее, при изучении и сравнении разных каналов дистрибьюции авиаперевозок и дополнительных услуг возникают окна возможностей. И мы видим, что NDC – это одно из этих окон. Из интересного, вот коллеги подходили, это сервисы, которые собирают, обрабатывают и анонимизируют информацию о путешественниках и потом позволяют разным участникам рынка эту информацию друг с другом делиться. Поколения меняются, то, как люди общаются друг с другом, и в том числе с авиакомпаниями, это все меняется, и новые каналы, новые способы общения и новые способы и подходы к бронированию услуг. Вот, пожалуй, это самый ценный takeaway от этой конференции. NDC, вещь, о которой еще год-два назад говорили, о чем-то, что может быть где-то когда-то свершится, мы видим, что уже есть готовые решения на рынке. И это означает большой сдвиг для всех нас, для всех участников рынка, не только авиакомпаний и онлайн-турагентов. И я думаю, что это, пожалуй, вау.